Действительно, это очень важный вопрос, потому что сейчас интернет — это такая сеть и такой огромный ресурс, который позволяет людям не только объединяться в какие-то движения, но и при этом передавать огромное количество информации. Поэтому любые меры, которые предпринимает наше правительство по там, ужесточению каких-то либо там, перепостов, созданию групп с непонятными как бы, лозунгами, это, я считаю, абсолютно правильно. Потому что чем больше мы опускаем контроль над сетями, тем большая вероятность, мне кажется, каких-то гражданских переворотов, потому что сейчас с такими ресурсами люди могут делать абсолютно любые вещи. Так что я абсолютно поддерживаю это и считаю, что чем жестче мы будем все-таки к интернету относиться, тем это будет лучше.